Всем доброго времени суток. Я очень рада, что вы сегодня пришли узнать про нашу внутреннюю ассамблею, про нашу внутреннюю встречу. Как вы видели, клип, который сейчас был показан, это клип, который был с весенней встречи кировских лидеров. Да, то есть у нас было весело, у нас было классно, мы познакомились. Примерно около, я уже забыла, 50 человек к нам собирались и приехали. И вы знаете, это здорово, это круто, это классно. И сейчас, конечно, кировчан мы собрали. К нам приезжали, как даже сказать, из Екатеринбурга семья Зиновьевых, подарили классные подарки и сами успели собраться приехать, да. Спасибо, Виталий, спасибо огромное. Да, у меня сегодня у дочки был день рождения, вот, но гости уже разошлись, она уже купается, вся спотела, вообще невозможная жара сегодня у нас, вот, долго она не выдержала без купания. Вот, и, конечно же, что бы вам хотелось рассказать? Рассказать вам, мне сегодня хотелось, что мы всех до единого, кто есть в нашем интернет-проекте, мы будем с вами приглашать на нашу московскую встречу. Приехать на нее могут не только москвичи. И, конечно же, самая важная новость у нас с вами сегодня, то, что скоро, 15 числа, будет сайт. Завтра мы уже сайт втроем, Антон, я и Коля, будем наполнять акциями действующими и так далее, да, то есть все уже пошло наполнение сайта, то есть мы там уже его дорабатываем, и, скорее всего, на днях мы уже будем делать с вами новые крутые лендинги, ура-ура, и, конечно, это очень классно, это очень здорово, и, конечно, спасибо огромное с поздравлениями, да, и, знаете, я очень рада, что мы с вами переступили ту черту, конечно, сайты до этого мы делали бесплатные, на бесплатной платформе, да, и сейчас, конечно, этот сайт, он будет круче, эстетичнее во много раз, то есть мы с вами выходим на новый уровень, на новый профессиональный уровень, и это здорово, и это классно. Вот, значит, конечно же, тут у нас есть фишка, у нас будет фишка, еще одна дополнительная фишка для VIP-консультантов. На каждом лендинге VIP-консультанта будет открываться еще одна страничка с возможностью для редактирования. То есть сейчас вы имеете многостраничник лендинг, да, выдадут всем, ну, конечно, мы будем смотреть, активированный ли человек и так далее, да, то есть, ну, про это мы проведем, конечно же, отдельно, вот, и самое интересное, что тут вот этот вот многостраничник, у VIP-ов еще одна страничка будет открываться, пустая, и там VIP-консультанты могут выгружать свои ролики, свои обзоры, свои посты, свои видео, то есть все, что они захотят, могут просто написать историю о себе, выгрузить свою фотографию, то есть вот это вообще будет здорово, да, и, конечно же, вот это вот будет привилегия на VIP-а. И также будут учтены ваши многочисленные пожелания, что все рекрутинговые видео на лендингах будут без имен и ссылок на YouTube, вот, и видео будут влиты в сайт. Да, то есть никаких переходов никуда, ни на какой YouTube не будет, да, то есть это ваши были пожелания, мы их постарались исполнить, но сайт был очень тяжелый, и, конечно, это очень сильно подняло его стоимость, но мы не жалеем о вложенном, вот, да, то есть все для вас, все для вашего удобства, чтобы вы росли без сомнений, чтобы, ну и, конечно, хочется сказать, что наш интернет-проект Faberlic Online единственный, кто имеет, грубо говоря, полноценный профессиональный сайт, и наш проект единственный проект, который может обеспечить новичку старт, даже если он сам ничего не умеет, новичок будет иметь свой собственный профессиональный сайт, в интернете сейчас без сайта, да, это, грубо говоря, люди мало будут уважать, да, лидера, если
На самом деле, я не постесняюсь этого слова, мы с вами крутые, мы с вами вышли на новый уровень развития, и это для меня лично, это просто невероятно шикарная новость. Я сама его ждала, и вы знаете, когда его немножко задержали, я так расстраивалась, но скоро-скоро уже на днях, вот завтра, и Николай, и Антошка уже будут трудиться во благо проекта. Вот, поэтому, конечно, для нас это огромнейшее событие, потому что мы на самом деле делаем великолепную платформу, единую для всего проекта. Там будет и обучение, там будет и рекрутинговое видео, там будет все, да, вы должны понимать, что это просто круто. Вот, значит, далее о чем мы с вами поговорим. Да, кстати, сейчас у нас с вами работает автоинформер голосом Елены Потаниной. Автоинформером занимается Николай Андрейко. Да, то есть Леночка отсняла нам классное аудиосообщение, и автоинформер каждого обзванивает, да, и говорит: здравствуйте, там вам положен, допустим, подарок возвращение в бизнес, вам достанется это-то, 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 напишите своему наставнику, он расскажет вам, как сделать лучше, да, вот, поэтому вот такая вот фишечка. Кто может звонить? Только директора могут звонить, да, то есть автоинформер звонит сам. Он звонит сам и все делает за вас сам. Вот таким вот образом. Далее, значит, о чем мы с вами? Да, да, да. То есть всех до единого желтеньких или обзвонили, или пришла смс-ка, да, то есть... На самом деле это тоже прорыв, прорыв в развитии, и это здорово, когда новичку не нужно бояться ни за что, мы вас, грубо говоря, прикрываем, да. И, конечно, все, кто не знает, я запустила новое обучение, в пятницу будет уже 10-я часть. Пожалуйста, приходите, на вебинарах бывает 90, 120, 130 человек, конечно, маловато, я... пытаюсь вам рассказать все, как было, и мне, конечно, хотелось бы провести как можно большее количество людей до своего результата, минимально хотя бы до своего результата. А если же вы меня перегоните, я буду безумно этому рада. Пусть это обучение бесплатное, но я думаю, ценить его нужно, потому что я практик, я не теоретик, и деньги за обучение я не беру, потому что вы моя любимая, дорогая команда. Отзывы пошли, да, вот Оксаночка, здорово. Очень приятно видеть директоров на вебинаре. Дорогие директора, напишите слово «директор» в чат, много ли вас? Очень-очень приятно, что директора пришли на вебинар. Итак, у нас сегодня с вами такая вот важная новость. Это обсуждение по поездке в Москву. Ой, как здорово, молодцы. Да, у нас сегодня... Ой, и Леночка тут, Лен, мы тебя как раз хвалим. Вот, значит, что у нас с вами самое-самое главное по поездке в Москву, это то, что многие те, кто посещает директорскую ассамблею от компании, просто не успели купить билеты и их не могут уже поймать, да, то есть новое звание, это тем более, они уже, которые открылись после того, как разобрали билеты, да, все уже они не попадут, да, попадут только те, кто ранее был директором, те, кто и так ездит на все ассамблеи. Мы решили, что это несправедливо, что награждены должны быть все, даже новенькие у нас директора, да, и, конечно же, нам очень захотелось сделать свою... внутреннюю мини-ассамблейку. Почему мини? Потому что, ну, не все, конечно, смогут приехать издалека в Москву, да, кто-то живет в разных странах, в разных городах, кому-то добираться несколько суток на поезде, да, кто-то боится самолетов, у кого-то не с кем оставить грудных детей. Вот Оленьке Дубяге, она вот недавно родила малышку, и ей не с кем оставить, да, не с кем оставить Тамарочку, чтобы приехать. Очень жаль, да, вот, ну, Оля, жди, я все равно до тебя доберусь сама, раз ты ко мне не едешь, значит, раз гора не идет к Магомеду, Магомед пойдет в горе сам. Вот. И, конечно же, с мужем можно. Да, значит, и вы знаете, хочется сказать, что мы с вами собираемся на нашу внутреннюю мини-ассамблейку 29 сентября. Человек будет до 100. То есть мы сняли зал на 100 персон.
на 100 персон. Вот, и, конечно же, побывать на нее может, на ней может каждый. Мы сначала говорили с 9%, но последний момент, буквально вчера, мы изменили свое мнение и решили, что пойти может каждый человек, кто пришел на бизнес. Да, каждый человек, кто пришел на бизнес. Поэтому сейчас, если у вас до 1 сентября, да, зарегистрируется москвич, вы ему уже можете рассказывать про то, что мы тут тусим, мы тут собираемся 29 сентября в ресторане, и он, конечно же, может прийти. Да? Вот. С нашей структурой имеется в виду, обязательно только с нашей структурой. Это внутрипроектная тусовка. Веселая внутрипроектная тусовка. Да. Вот. Знаете, что хочется сказать? Прилететь могут все. Мы приглашаем не только москвичей и не только директоров. Мы приглашаем абсолютно всех. Мы будем рады расцеловать и наградить каждого. Мы будем рады вам провести какие-то маленькие тренинги, которые вначале, да, будут как-то поделиться своей историей успеха, еще что-то. Да? То есть мы для вас организовываем фотографа, видеографа и самого классного на свете ведущего. Этот ведущий вел огромное количество форумов в компании Faberlic. Он раньше работал региональным менеджером. И вы знаете, нам достанется вот такой ведущий. Он согласился приехать к нам в Москву специально из Кирова и провести нам вместе со своей женой, фотографом Анютой Осиповой, теперь уже Петровой, никак не могу ее ВКонтакте, ищу все Осипова, хотя она уже Петрова, да, с Анютой Петровой, с Ильей Петровым. И, конечно же, у Анюты будет брат, тоже зовут его Илья. Да, и вы знаете, вот эта вот невероятно классная тройка, которая создавала нам ролик, который вы видели в начале этого вебинара, она будет нас сопровождать. Она будет нас сопровождать. Поэтому это здорово, это классно, и я невероятно благодарна, да, семье Петровых за то, что они согласились нам провести данное мероприятие, и теперь я уверена, что будет круто, классно и весело. Да, будет круто, классно и весело. Ссылочку давайте напишите в вопросы, я вышлю после. Вот, и, конечно же, начало у нас с вами будет в 17:00. Наша ассамблея будет внутренняя, длится 6 часов до 23:00. До 11 ночи. И после мероприятия интернет-проект Faberlic Online хочет вам подарить прогулку по ночной Москве и ее достопримечательностях прямо на лимузинах. Да, это будет уже наш проект, наш подарок вам, потому что ночная Москва просто красавица. Я думаю, даже наши дорогие москвичи будут не против потусить и покататься, хотя, скорее всего, Москву они уже видели. Вот. Съездим с вами, покатаемся. Почему ночью? Потому что, во-первых, меньше пробок, во-вторых, ночная Москва очень красивая. А дневную уже все, наверное, видели раз по 20. Поэтому, да, мы вас всех зовем, собирайтесь. Даже если вы не попали на международную ассамблею от компании Faberlic, вы можете попасть, любой человек, который до 1 сентября нам подаст данные, да, любой человек может побывать на нашей ассамблее. Любой, абсолютно любой, неважно, где вы проживаете, в какой стране. Да, Украина тоже едет. Украина тоже едет. Банкет пройдет в банкетном зале Посад, да. Вот, забыла вам зачитать адрес. Адрес у нас будет Измайловское шоссе 71, Дельта, третий этаж. Там же недалеко есть Измайловский Кремль небывалой красоты, в русском таком стиле, да, в старорусском. Вот, очень красивый у нас будет с вами зал, украшенный зелеными деревьями и так далее, и так далее. Конечно же, у нас будет с вами здоровенный транспарант, на котором мы с вами, как эта штука называется, простите, забыла, на котором мы с вами будем фотографироваться, да, вот. А далее, значит, это вторая фотография этого же самого зала, да, вот, и туда поместится до 100 человек, поэтому количество мест ограничено, поэтому спешите, да, и те, кто передумают, допустим, сначала захотели, потом передумали, обязательно сообщайте, чтобы места не пустовали, это очень важно, да.
Вот, стоимость посещения данного мероприятия у нас с вами получается 3 300 с человека, но это плата только за еду, да, плата только за еду, остальные расходы интернет-проект Фаберлик Онлайн берет на себя, и мы будем рады вам подарить такой великолепный вечер. Ириночка, еще не дошли до этого, да? Номер карты, на которую переводим денежки до 1 сентября, я заполню вот в этом вот файлике. Сейчас, минутку. Я забыла написать. Забыла тут подписать номер карточки, но я тут все подпишу, не переживайте. Ага, я сейчас вам пока скину. Да, вот, карточка, я потом номер скажу, не буду сейчас говорить на весь интернет-проект. Я вот в эту ссылочку добавьте в закладочки, потому что ваши новички будут как бы под ответственностью директоров. То есть директора могут туда вписать своих новичков и так далее, и так далее. Или мы будем сами вписывать, да, там уже директора будут решать. Вот, допустим, рубиновым директорам я уже могу открыть доступ на эту табличку, и они уже сами будут вписывать своих людей, да, то есть простые директора, ну, много ли у них там, 2-3 человека, мы и сами впишем, да, то есть вот таким вот образом. Самое главное, конечно, обращаться сейчас к своим директорам или к основателям проекта, да, то есть карта привязана к номеру телефона, значит, просите у директоров вот этот файлик, если вы его, а вот не скажу. Вот, не скажу. Все сюрприз. Все да вам расскажи, да покажи. Ага. Вот, и значит, о чем мы с вами будем говорить дальше. Да, значит, просим у директоров вот этот файлик, который сейчас, да, и строго-настрого контролируйте после перевода денег, чтобы вас туда вписали, и обязательно все ответы на все вопросы подробно ответить, без ошибок. Без ошибок, понятно? Без всяких там опечаток, без всего. Я еще там дозаполню, я дозаполню номер карты, обязательно я дозаполню данные, которые надо еще заполнить, да, и там уже будет полноценно. То есть это будет все сегодня, я сегодня все сделаю. Немножко просто не успела. У нас были гости, дочке было 4 годика, поэтому мы чуть-чуть так это отвлеклись от работы, от привычного режима дня нашего, вот. Но я думаю, сегодня можно немного. Немножко, да, и, конечно, кто перевел, сразу отписываются в личку Николаю Андрейко, Ане или Антону Кононовым и Татьяне Сафроновой, да, то есть их скайпы сейчас, наши скайпы, основатели проекта, вот перед вами. Пожалуйста, их перепишите, я потому что сейчас поменяю слайд на следующий, да, то есть перепишите скайп своего основателя проекта. Далее, сразу после зачисления мы вас вписываем в список участников. То есть вы отписываетесь не просто «я перевел деньги», а отписываетесь, полностью отвечаете на весь список вопросов, который там есть. Да? Еще раз повторюсь, да, потому что это нововведение, об этом мы узнали сами вчера, а вы сегодня, что участниками могут стать все лидеры от 0% и выше, все до единого. Да, поняли, да, не с 9%, как я говорила на планерке Кононовых. Вот, далее, значит, что еще хочется сказать? Так, прогулка по ночной Москве, значит, так, это не, минутку у меня тут слайд нечаянно не туда ушел. Так, и значит, что еще очень важно? Так. Пишут, да. И что еще очень важно, да, у нас для вас кое-что готовится. Вот все данные обязательно записывайте, обязательно пишите. До 1 сентября, да, до 1 сентября. Говорили от 9, да, Светочка, сейчас мы сделали от 0. Вот, значит, и вот эти данные нужно обязательно... Что-то у меня бибикает этот Телеграм. И не знаю, как его отключить. Минутку, сейчас попробую выйти. Вот, наверное, так, да. Поэтому прошу, что если что-то у вас изменится и вы оставите там старые данные, то сюрприз не удастся. Поэтому очень важно сейчас, очень важно, чтобы вы на всякий случай нужно обязательно Коля. Да. Не могу его отключить, отключила, а он все равно бибикает. И прошу прощения, новая для меня программа. Вот, и
Вот, значит, что у нас с вами получается, что если у вас что-то изменится, вы обязательно срочно любому из основателей проекта это отпишитесь. Прям срочно, прям обязательно. Поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если у вас вопросы. Не спрашивайте зачем, просто сделайте. Деньги до 1 сентября, потому что у нас для вас много что готовится, и нам нужен месяц для того, чтобы подготовить сюрпризы, и обязательно нам нужен месяц, поэтому до 1 сентября. Все, да, вопросов нет, надеюсь, никаких, вы все поняли. Да, значит, до 1 сентября мы с вами, я вот сейчас вебинар доведу, и обязательно... все там дозаполню, да, все, что нужно. Вот, значит, кто не заполнил или кто не поменял данные вовремя, вы на нас потом не обижайтесь. Да, обижаться нельзя. Да, до 1 сентября, Виталька. Ассамблея у нас с вами будет 29 сентября. 29 сентября. Вот файлик. Всех, кто завис, кого выкинуло и так далее, вот, пожалуйста, файлик, но там пока не все вопросы. И там нет номера телефона, на который нужно денежки переводить. То есть у меня карточка привязана к Сбербанку онлайн. Номер телефона, то есть карточки привязаны через номер телефона. Так, давайте вопросы, пожалуйста, еще вопросов хочу побольше. Я думаю, мы с вами здорово потусим. Давайте я верну тот слайд, который вы спрашивали сейчас. Вот, значит, он у нас. Пожалуйста, да. И эти фотографии я выгружу. Эти фотографии я обязательно выгружу в группы во все. То есть я сейчас преображу формат JPEG, каждую картиночку и выгружу их. Да, 3300. 3300, Ириночка. Да, то есть остальные расходы несет проект. Мы хотим вам сделать подарочек такой. Так, все, вопросов больше нет, дорогие коллеги. Кто будет смотреть вебинар в записи, обязательно, если вам что-то непонятно, пишите вопросы под видео. Мы обязательно на все ответим. Конечно, Леночка, конечно. С мужем можно, но будете вдвоем вписываться. И надо будет в табличку вписать, Наташечка, значит, что надо будет вписать в табличку. Значит, что мужа, ну, как бы, да, то есть у нас там и награждения будут свои внутренние, и все, чтобы мы не мучились потом, мужа не искали по структуре. И, да, нужно обязательно его. В огороде было. Вот. Ну все, вопросов, значит, нет, дорогие коллеги, да? Все, у нас с вами, значит, сегодня такая мини-планерочка, она у нас с вами окончена, вот, я буду очень-очень рада всех видеть, подумайте, посоветуйтесь с семьей, даже если вы далеко, мы вас будем очень рады видеть. В принципе, я думаю, что вы не пожалеете, это будут незабываемые сутки для вас, да? Вот. Ну что ж, всем тогда до свидания.